И вернемся к событиям в нашей стране. Восточный Казахстан – один из самых сейсмоопасных регионов страны, поэтому местные жители должны знать, как вести себя во время стихии. Для отработки возможных вариантов здесь прошли учения службы по чрезвычайным ситуациям. По сценарию спасатели выводили людей из многоэтажных домов, разрушенных зданий, кинологи с собаками искали жертв землетрясения под обломками. Между тем, считают специалисты, подобные учения необходимо проводить чаще и совершенствовать систему предупреждения и действия во время ЧС. Проводится общегородская тренировка по землетрясению. Ну, масштабы событий. Если будет землетрясение разрушительное 7 баллов, то, конечно, разрушений в городе будет много. Поэтому, ну, те силы, которые сейчас показаны, их будет явно недостаточно.